Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, сегодня 1 июня 2021 года. Вчера мы купили через интернет мотокультиватор Кентавр МК-10-2СФ. По нашим словам, это тяпка с мотором. Тяпочка с бензиновым мотором. Этот агрегат служит для прополки междурядий всего того, чего вы выращиваете в себя на огороде. Теперь можно сказать, можно полоть не тяпкой, а мотокультиватором или иными словами, тяпкой с бензиновым мотором. Немножко характеристики. Мотор двухтактный, то есть бензин с маслом, бензин плюс масло. Применяется бензин 92. Имеет 2,5 лошадиной силы. Объем камеры сгорания 51,7 сантиметра кубических. Система запуска ручной стартер. Электронное зажигание. Скоростей 1. Вперед. Ширина обработки земли до 240 миллиметров. 240 миллиметров. Это 24 сантиметра ширина обработки земли. Глубина обработки до 100-120 миллиметров. Охлаждение воздушное. Здесь стоит два фильтра. Подойдемте, ребят. Вот фильтр. Основной, и от него идет труба. И здесь еще один фильтр, куда забирается воздух. В этот фильтр всасывается воздух. Здесь стоит поролон, поролоновый фильтр. И здесь плюс поролоновый фильтр стоит. А так вы работаете, пыль поднимается. Если здесь сразу набрался пылюки, туда-сюда и забивается фильтр. А так немножко больше проработает на ручечке. Фильтр стоит. Ручной стартер, ребятка. Бачок. Бак 1,6 литра. Сюда в бак помещается 1,6 литра. Расход топлива, пишет книга, 0,5-0,8 литра в час. Стоят фрезы, 4 фрезы. Ребят, стоят 4 фрезы. Пластиновые. То есть одна, она вторая. Они снимаются. Можно по одной фрезе работать, можно двумя. Два с этой стороны и две с этой стороны. Здесь две. И здесь две. Ой-ой-ой. Ребятка, редуктор. Наверное, не видно будет. Редуктор. В редуктор заливается смазка. Вот один болтик и вот второй болтик. Туда заливается смазка в редуктор. Я сегодня залью. И буду подготавливать капкатки. Колеса для передвижения. Ну, для транспортировки. Взял и поехал. Когда обрабатываете землю, колесики вот здесь и шплинт снимаете, колесики переворачиваете в гору, короче. Колесики вверху, а этот рычажок будет внизу. Вот так-то. Ну что вам еще, ребятка?
Сегодня я постараюсь начать обкатывать. При обкатке идем на малых оборотах. Заводим и работает на малых оборотах. Надо сжечь хотя бы пару баков бензина. А потом можно добавлять средние обороты и потихонечку пробовать полоть землю. Или рыхлить. Можно так сказать. Сегодня мы его обкатаем. Нет, сегодня, наверное, не получится. Короче, его надо обкатывать 8-10 часов. Инструкция пишет. 8-10 часов. При обкатке, когда начинает я обкатку, работает полчаса, нагрелся. Выключаем. Остывает до полного. Если холодный уж, заводим его еще. Еще. Заводим и продолжаем работать. Где-то тоже, где-то минут 40, 30-40. Потом выключаем. Потом третий раз или четвертый. Добавляем время. Ну, а в третий-четвертый раз уже по часу, по полтора можно, ребятка. Ведь ваша техника, вы себе придбали. Купили себе, для себя денежку потратили. И она должна вам работать, а не стоять. Вес 15 килограмм в этом маленьком помощнике. В этой тяпке с мотором 15 килограмм. И женщина может управлять этим мотокультиватором. Кентавр МК-10-2С-F. Это не реклама, ребят. Это наша жизнь. Это наша жизнь. Как обкатаешь, так и будешь работать. Было так. В этом коробке пришел. Смазку, ребят. Я сегодня купил смазочку. Во. Вот смазка. Это смазка для редуктора. Видно ли? Смазка для редуктора. Тугоплавкая смазка. Плохо видно, да? Тугоплавкая смазка. Бачок дается вот такой для разбавления бензина. С одной стороны для обкатки 30 к 1 и для работы 25 к 1. Это разбавляет бензин с маслом. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Криволапеченеги. И наш помощник... Тяпка с мотора. Я так и буду называть. Тяпка с мотором. Жена улыбается. Говорит, тяпка с мотором не годится. Я говорю, теперь будешь полоть этой тяпкой с мотором. Все, пока-пока, ребятки.